Всем привет, дорогие друзья, дорогие подписчики моего канала, меня зовут Лайк. Сегодня мы поиграем в голодные игры на проекте МКГеймер на карте под названием Адреналин. Это достаточно большая карта, и она мне очень нравится, я хочу на ней сыграть. Да, и давайте побежим сначала на спаун, потом побежим на солнышко, ну, вот назад меня, взад меня, да? Можно даже так выразиться. О боже, моя дикция на высоте. У нас меч, друзья. Я хочу вот этого убить, который залутал очень много сундуков. И либо у него меч, либо он дурак, который... Что? Что за пинг у меня? Что удары не проходят? Окей, будем его таргетить. Я знаю, тут элиты. Так что, если мы его убьем, можно будет тут залутаться. Он какой-то тут дурачок. Отлично, друзья. Слили донора, он какой-то глупый на самом деле был. Можно побежать на элиты на наши, где мы обычно лутаемся, потому что там мало кто лутается. Вообще, ну, в последнее время там даже много кто лутается, но... в общем, давайте все-таки побежим. Не знаю, может там повезет на самом деле. И... Удочку слили. Сколько поинтов? 350, неплохо, неплохо, это юз. А, юз, да, 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 да. Окей, побежали, побежали дальше, надеюсь. Я очень хочу просто верить в эту, ну, в эту победу, что это будет моя катка. Да, на самом деле я не верю, но, вернее, я как бы сомневаюсь в этом, но надо верить и верить, и надо случиться. Золотаем сундучок, золотой, значит, уже тут был. Давайте наденем шлем, чтобы, типа, казаться фужелеска без... Нагрудника, да, и тут уже все залутано, вероятно, там уже парень будет, и там залутан будет мой сундучок, залутан будет машина, хотел сказать, залутан, но сказал сундучок, да ладно, нет, ребят, нет, не залутано, это очень хорошо, но, хотя вещи, не, ну, достаточно такие, знаете, не нужны вообще мне, да. Хорошо, побежали, бежали наверх, кстати, как вы заметили, я все еще играю на D-платине, и да, спасибо ему еще раз, и, хорошо, побежали, давайте залутаем два элитных сундучка, которые находятся на этой дороге, наверху, да, и, о, они не залутаны, но тут дерьмо, правильно, что тут дерьмо, хорошо, давайте пойдем дальше, ребят, извиняюсь, что я задержался немного с роликами, потому что... Ну, на самом деле, просто я сначала халтурил один день, потом ко мне брат на два дня приехал с племянником, ну, и у меня просто, знаете, не то, что не было времени, ну, можно даже так сказать, но еще и не было просто возможности записать, потому что... Извиняюсь, подавился. Ну, потому что он тут, во-первых, играл, да, сидел, потом его племянник мой играл, сидел, и... Ну, и как бы они в комнате у меня были постоянно, и не было возможности записать. Ребят, если честно, у меня топ просто элитные сундуки попадаются в последнее время, и что-то мне вообще не везет. Кстати, это моя первая катка, я вообще не размялся, ребят, и я просто не представляю, как я буду дальше играть. Я не знаю, как я слил того парня, хоть он кожанчик, но у него была удочка, и на этом сервере играют прошники. Ну, в общем, ладно, не знаю, может быть, нам повезет, и мы выиграем эту каточку. Осталось 8 человек, там дерется 2 железника, почти железника, и давайте мы подсосем. Тут был нагрудник железный, давайте оденем железный нагрудник, возьмем гэппл. Я посмотрел, что сзади никого нету, это очень хорошо, что сзади никого... Нету, он лагает, либо это у меня пинг отличный, либо это он лагает. Друзья, прошло очень много ударов, и по сути мы можем его постараться убить. ГГ. Он там скинул принадлежности для крафта чего-то, но на самом деле я не увидел, что он там крафтил, пытался стрелы скрафтить, либо алмазный, вернее, алмазный, короче. Меч он хотел скрафтить, давайте мы сделаем это вместо него.
тупой верстак, который забаговал. Но на самом деле я уже успел скрафтить и я хочу... Нет, не хочу уже. Хотел сделать стрелу, но потом заметил, что у меня очень мало кремня и передумал на самом деле, да. Ты у нас что, бессмертный, я не знаю. На лайт это пошел. Ну. Гу-гу. Что-то я испугался, когда на хп глянул. Алмазики подобрал. Да, найс. Блин, друзья, первая катка на юз. И победа, походу победа. Фу, блин. Я очень переживаю, потому что я очень хочу победить на юз лето. Знаете, это очень хорошо. Это, ну, блин, не знаю, по-моему, это круто, когда у тебя победа на юз. Как бы, ну, это не первая, да, но это вторая на записи. Это безумно круто. Хорошо. У нас нет гэплов, это безумно плохо, но хорошо. Хорошо. Ладно. Давайте мы постреляем в него немного. Нашими 10 стрелами. Уже 10. Вот, пока он там будет следить, я хочу чекнуть. Там вроде бы ничего хорошего нету. Я его не буду подпускать вообще сюда. Блин, не попал. Хорошо, давайте пофармим еще его стрелы и можешь попытаться зарашить, а то я боюсь. Он как бы стрел нафармит, а потом постарается меня убить. Я очень этого боюсь. И, да. А, блин, неужели это первая победа? Первая игра, первая победа. Друзья, ГГ, да ладно! Просто 300, 34, 300, 200. Сколько у меня поинтов, друзья? 1700, ребят, в общем-то, сколько у меня побед? 621 победа, друзья, в общем. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Я вас очень сильно люблю и... Я не знаю, просто о чем поговорить в следующем ролике, да? Если хотите, можете написать тему для разговора, да? Для ролика и напишите, какой мини-режим, да, что записывать следующий, ну, как бы следующий ролик. Вот. Ну и на этом все. Всем спасибо, всем удачи, всем пока-пока.